Скандально известный полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев находится под стражей в столичном СИЗО, а страсти вокруг него не утихают. Правда, к некрасивой истории с избиением нескольких человек они отношения не имеют. В интернет попали пикантные фотографии и видеозаписи, на которых хавбек развлекается со своей женой Аланой Мамаевой. Судя по всему, часть снимков были сделаны самим спортсменом и хранились на телефоне, который стал объектом атаки хакеров. А в коротком ролике в ванной футболист бреется под наблюдением супруги. После взлома гаджета кадры оказались в свободном доступе в сети. Причем их разместили в аккаунте актрисы театра и кино Марии Горбань. Ее страничку также взломали. Кроме того, жертвами хакеров стали бывшая участница группы Тутси Мария Вебер, бизнесмен Дмитрий Якубовский и певица Юлия Ковальчук. Пока поиски хакеров результатов не дали, а вот горячие снимки со странички Марии Горбань удалены.